Патрик и его друзья. Рисование. Привет, Патрик. О, кажется, ты чем-то занят. Смотрите, здесь Иван. Он рисует. Патрик, что ты делаешь? Патрику кажется, что он помогает Ивану. Но, по-моему, Ивану это не нравится. Да, ему точно это не нравится. А вот и Сэм. Он играет с мячом. Патрик тоже хочет поиграть? Конечно, Сэм рад, что его мяч понравился Патрику. Интересно, что там делает Патрик? Нет, Патрик, что это? Ой-ой-ой, Патрик думает, что Сэму нравится, как он разрисовал его мяч. Но Сэм не в восторге от этого. А вот и опять Патрик. Интересно, что он задумал? Патрик, Патрик, стой! Ну вот. Патрик показывает свой мастер-класс. Он не хочет останавливаться и продолжает рисовать. Он уже и до потолка добрался. Патрик, Патрик, ты еще здесь? А вот и Вейн. Он убирает беспорядок. Патрик не понимает, почему Вейн стер все, что он нарисовал. Вейн показывает Патрику свои рисунки на бумаге. А, вот где нужно рисовать, удивляется Патрик. Вот теперь ты и вправду рисуешь, Патрик. Видишь, Сэму нравятся твои рисунки. И Ивану тоже. Вот теперь все действительно восхищаются твоими рисунками. О, смотрите! Что это рядом с Бобби? И здесь тоже можно рисовать. Как здорово!